Компания «Ерсай» сегодня является одной из самых динамично развивающихся компаний в Казахстане. 1500 сотрудников, десятки успешно реализованных проектов. За 10 лет компания доказала, что способна воплотить в жизнь самые смелые идеи, построить то, что другим не под силу. Этот фильм, приуроченный к десятилетию компании, мы решили посвятить судостроению как одному из перспективных направлений в деятельности компании. Свой первый проект в области строительства и модификации судов «Ерсай» реализовал в 2006 году. На верфи «Курык» в Мангистауской области была собрана плавучая лебедка «Старионе-1». Заказчиком выступила материнская компания «Сайпем». Лебедка впоследствии использовалась при прокладке магистрального трубопровода на мелководье по проекту «Кожаган». Опыт оказался успешным, и уже в 2007 году «Ерсай» принялся за новое строительство по заказу компании «Сайпем». Для прокладки специальной траншеи под оптиковолоконный кабель был сконструирован и собран «Старионе-2». Уже в 2008 году компания приступила к выполнению очередного крупного заказа — секционной сборки баржи «Кастора-12» и баржи «ТРБ» для рытья траншей под трубопровод. За 2 года эксплуатации «Кастора-12» и «ТРБ» в суровых условиях Северного Каспия инженеры «Сайпема» нашли пути дальнейшего усовершенствования этих уникальных судов. После того, как все было продумано, в 2010 году специалисты нашей компании начали модернизацию баржи ТРБ. Необходимо было демонтировать оборудование со старого корпуса, переставить его на новый и дооснастить баржу современной техникой. В 2011 году работы были завершены. Баржа, которая после модификации получила название «Кастора-16», успешно прошла испытания и была введена в эксплуатацию для работ на Кашагане. 2011 год стал для компании знаковым. «Ерсай» подписал контракт с известной южнокорейской судостроительной компанией «Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering» на сборку самопогружной буровой установки. Эта баржа предназначалась для бурения скважин на казахстанском шельфе Каспийского моря. Это стало важным этапом не только для нашей компании, но и для морской нефтегазовой индустрии в целом. Строительство такого масштаба было выполнено впервые и стало уникальным проектом для Казахстана. Для этого проекта на территории верфи компания построила сухой док, не имеющий аналогов не только в Казахстане, но и на всем Каспии. Через год строительство самопогружной буровой установки было завершено. Летом 2012 года состоялась официальная церемония присвоения имени судну. Эта почетная роль досталась народной артистке Республики Казахстан Жәния Аубакировой. Так, по морским обычаям, буровая получила гордое название «Caspian Explorer». В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Ахметов, аким Мангистауской области, представители министерств и ведомств Казахстана и Кореи, посольство Республики Корея, а также руководство компаний-заказчиков. Построенная компанией «Ерсай» буровая «Caspian Explorer» обладает впечатляющими возможностями. При длине 100 метров и ширине 50 она способна пробурить до 6000 метров в глубину. Сейчас «Caspian Explorer» успешно пробурил разведочную скважину на новом месторождении «Жамбыл» глубиной 2200 метров, на которой был получен приток нефти. К этому времени первые баржи «Кастора-12» и «Кастора-16», в строительстве которых принял участие «Ерсай», получили заказ на прокладку трубопровода на месторождении «Филановский» компании «Лукойл» на российском шельфе Каспия. Но для работы в других природных условиях баржи следовало модернизировать. Силами профессионалов компании было проведено детальное проектирование, монтаж сборных конструкций и электромонтажные работы. Модификация баржи «Кастора-16», используемой для работ на мелководье, включала в себя также усиление корпуса, монтаж опреснителя и установки по производству пресной воды. В 2012 году «Ерсай» в партнерстве с компанией «Кэппел Казахстан» подписал новый контракт на строительство первой в Казахстане самопогружной буровой установки СПБУ весом около 11 тысяч тонн для бурения в Каспийском море.
Заказчиком выступила национальная буровая компания «Теннис Бургелау». 8 мая состоялась официальная церемония закладки киля. На данный момент строительство буровой продолжается на сухом доке верфи «Ерсай». Проект запланирован на 32 месяца и будет завершен в марте 2015 года. «Ерсай» гордится своими работниками, которые являются профессионалами высшего класса и специалистами на уровне международных стандартов, постоянно повышающими свою квалификацию. Безусловным залогом успеха «Ерсай» является и внедрение новейших технологий. За годы своей деятельности «Ерсай» по праву заслужил репутацию надежного партнера, которому можно доверить реализацию важных стратегических проектов. Все это сыграло большую роль в получении новых объемов в сфере модификации транспортно-монтажной баржи турецкой компании «Полмали» и российской «Лукойл», а также СПБУ китайской компании «Янтай», которые только предстоит воплотить в жизнь. Сегодня «Ерсай» — одна из ведущих компаний в области строительства, модернизации и модификации судов не только в Казахстане, но и на Каспии, которой доверяют крупнейшие мировые компании. Имея за спиной уникальный опыт, а также мастерство своего персонала и ведущие технологии, «Ерсай» с успехом реализовал все поставленные задачи и готов приступить к еще более амбициозным проектам. «Ерсай» — сложные проекты в надежных руках.